Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми, их автобиографии, рассматривать фотографии. Лилиан Даяна Гиш. Родилась она 14 октября 1893 года в штате Огайо. Американская актриса, кинорежиссер, сценарист, 75-летней кинокарьерой. Была популярной кинозвездой с 1912 года до конца 1920-х, особенно в связи с ролями в фильмах Дэвида Гриффита, в том числе сыграла главную роль в самом кассовом фильме эпохи немого кино «О рождении нации» 1915 год. Я цитирую Википедию. В раннем возрасте дебютировала в театре, где, как и ее сестра, играла детские роли в пьесах мелодраматического содержания. По рекомендации Мэри Пикфорд, их театральной подруги, с которой они гастролировали по США, в 1912 году сестер снял в своем фильме «Невидимый враг» Дэвид Йорк Гриффит. После своего первого фильма они стали сниматься в кино и, в частности, принимали участие во многих постановках Гриффита. С наступлением эры звукового кино Лилиан вернулась в театр, где играла роли в пьесах классического репертуара. В кино с тех пор она снималась нечасто, в том числе в известных ролях в вестерне «Дуэль под солнцем» 1946 года, номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, и триллеры «Ночь охотника» 1955 год. С начала 1950-х годов по 1980-е она также много работала на телевидении и завершила свою кинокарьеру в возрасте 93 лет, сыграв вместе с Бет Дэвис в фильме «Августовские киты» 1987 года. В 1970-м удостоилась специального приза Американской киноакадемии за вклад в развитие кинематографа и актерское мастерство. Американский институт киноискусства поставил Гиш на 17-е место в списке 100 величайших звезд кино за 100 лет. В последние годы своей жизни Гиш стала убежденным сторонником признания и сохранения немого кино. Ее называют первой леди американского кино и приписывают ей новаторство фундаментальной техники киноактерского мастерства. Несмотря на то, что она была более известна своими ролями в кино, Гиш также преуспела и на сцене, и в 1972 году была введена в зал славы американского театра. Историк кино Жорж Садуль писал, что несмотря на недостатки фильма, роль, созданная Гиш, безупречна, и она превосходит в трагедийном плане образы, сыгранные Пикфорд, фильм «Сломанные побеги». Поношенные платьица, косы, вязаная шаль, худые башмаки, усталая походка, узкая грудь, маленькая круглая шляпка. Нет ничего шаловливого у этой девочки, Лилии Предместье. Она исполнена чаплиновской грусти. Ее символизирует особенный жест двумя пальчиками, сложенными буквой «В». Девочка приподнимает уголки своего рта и так пытается выразить невозможную для нее улыбку. Такая героиня явно обречена на смерть до того, как она перестанет играть в куклы, писал историк кино Жорж Садуль. Знаменитый жест своей героини в виде приподнимания пальцами уголков рта придумала сама актриса. Он возник на репетиции случайно, практически бессознательно, и был подхвачен режиссером. На его вопрос, как ей посчастливилось сделать такую находку, Гиш сказала: «Я не придумываю, мистер Гриффит. Это пришло само собой. Этот жест станет чем-то вроде моей фабричной марки во всем мире». Лилиан Гиш скончалась в возрасте 99 лет, 27 февраля 1993 года. Она никогда не была замужем и не имела детей. Ну, вот так из Википедии вкратце о американской актрисе, кинорежиссере, сценаристе Лилиан Даяна Гиш. Пока-пока, до свидания. Смотрим фотографии.